Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас такой спонтанный обзор новинок из каталога номер 15. Каталог уже идет полным ходом, уже заканчивается его первая неделя, а новинки нам приехали только сегодня, к сожалению. Но мы решили все-таки показать вам от нас лично, как это выглядит, и несколько новинок сегодня я продемонстрирую прямо на себе. И начну я с коллекции для... Нет, я начну с ней, я ей закончу, чтобы не портить прическу. Точно, я правильно придумала. Я покажу сначала вот этот плед палантин, который на меня произвел очень такое приятное впечатление. Неожиданное качество ткани, просто волшебное, мягкое, воздушное, теплое полотно. Очень красивый цвет, такой насыщенно глубокий розовый оттенок, и серые ниточки делают этот цвет еще более привлекательным. А с другой стороны, более темный цвет, он приглушенный бордо, я бы так его назвала, приглушенный бордо. Вот такая приятная каемочка из ниточек серого цвета, а с этой стороны идут ниточки такие розовенькие. Вот. А как можно использовать этот плед? Палантин. Он на самом деле огромный, я даже его, если разверну, у нас не поместится, наверное, в кадр. Он просто великолепен. Его можно использовать как объемный такой пышный шарф, а его можно использовать как пледик, просто накрываться им, а можно накинуть его на диван или на кресло, и это будет просто чудесный, классный плед, вот такой воздушный, пышный. Мне очень понравился, кстати, очень. Не ожидала, потому что, когда смотришь на картинку, одно впечатление. Когда ты видишь это в деле, вот посмотрите, какой он большенький такой, уютный. Мне интересно посмотреть, как он будет выглядеть в виде шарфа. Если мы его свернем немножко. Ну, это все-таки он очень большой шарф. Очень. Нет, как шарф он мне никуда не поместится. Но его можно использовать как еще и одежду. Почему-то нам не написали в каталоге, но я думаю, что его можно по-разному придумать, например, намотать как-то на себя, поясом подцепить еще. То есть, да, как-то сделать, может быть, через одно плечо. Здесь сделать завязку такую. Здесь водолазка. Кстати, будет круто смотреться водолазка серого цвета. Представляете, как будет здорово? Вообще... Просто даже расставаться не хочется с этой вещью, настолько она комфортная и классненькая. Может быть, мне тоже такое себе заказать, как вы думаете? А, прелесть. Вот теперь вот мысли, да, то я не думала, посмотрела и мимо прошла. А теперь думаешь, понравилось, хочется тоже такой. Сейчас покажу вам косметичку. Следующий органайзер. Как он выглядит? Ну, понятно, все здесь просто. На крючок вешается в любом месте, где вы находитесь. Можно, кстати, в поезд с собой взять, умываться очень удобно. Внизу удобная большая объемная косметичка на молнии. Она не открепляется, то есть она уже сюда вмонтирована. Она пухленькая, мне все поместится. Следующий отсек. Прозрачка идет. Здесь мы видим все. Тут можно всякие карандашики бросить, да, что-то такое же, что мелочь, и в косметичке потеряется. А здесь у нас маленькое, что-то секретное. Ну, можно взять какие-то средства интимной гигиены сюда спрятать, чтобы их не было видно. Да? И маленькое зеркальце, оно сейчас заклеено пленочкой. Пленочку отклеиваем, и можно туда посмотреться. Кстати, мне очень понравилось, что она легенькая. Закрывается она на клепочке. Просто раз, раз, на клепочке закрылась. Она будет такая вся пузатенькая, потому что... Вы туда все положите, но я выписывать не буду, потому что я, ну не знаю, я не люблю такие вещи. Мне она не нужна просто. У меня как-то была такая косметичка, и она в любом провалялась, и я ее все-таки кому-то подарила в результате. Но она приятная, у нее приятная ткань, я думаю, она будет легко стираться. Хорошая такая расцветочка нежная в серых оттенках. Ну, короче, прикольная штучка, кто любит такие вещи, тому обязательно подойдет. Так. Следующий набор, который у меня шлепнулся, это сумочка. Кстати, это дизайнерская коллекция. Сейчас скажу вам, кто дизайнер, потому что я, естественно, не могу выучить такие вещи. Это потрясающий дизайнерский стиль от победительницы конкурса Oriflame The Trend Award Аманды Боргфорц Мессарош.
Боже, вот это имя красивое какое. Давайте посмотрим, что же она придумала. Во-первых, это серьги, в которых я вот уже блистаю перед вами весь вечер. Надеюсь, вы заметили. Такие прям блюдца-блюдца. Кстати, я думала, что они такие огромные, массивные, что они будут мне мешаться, и я буду... Ну, чувствовать их, на самом деле, они легкие, очень уютные, и металл не холодит, то есть мне в них комфортно. Я уже, наверное, у них часа два нахожусь, мне классно, мне комфортно. Шикарный перстень, который, естественно, выгоднее всего носить на большом среднем пальце. А если вы думаете, что вот в это металлическое блюдце вы сможете посмотреть как в зеркало, ничего подобного. Дело в том, что это не просто плоская, да, деталь, она с изгибами, все преломляется. Если смотреть на себя, то там я вижу сразу несколько пар глаз. Все очень прикольно. Но, кстати, так богатенько выглядит, мне понравилось. Очень необычно. То есть, если вы куда-то ходите, в какие-то места, там кафе, рестораны, то да и просто в театр, куда-то, да, сходить, то этот комплект, он действительно очень выигрышный. А если его дополнить еще этой стильной сумкой, потрясающе красивая сумка, я к себе, кстати, такую уже получила, тоже с ней собираюсь выйти в свет в ближайшее время. Что мне в ней понравилось? Во-первых, все это коллекция перекликается. Здесь серебро, здесь серебро. Можно носить сумочку на коротком ремешке, можно носить на длинном. Вот так будет удлинённо. Можно вообще снять эту цепь, одеть ее на шею. Да, вот цепь мы снимаем. Заглянем сразу вовнутрь, что в этой сумочке. Просто крупное, широкое отделение и карман на молнии. Обалденный формат, мне очень понравился. Кольца вовнутрь не прячутся. То есть, если вы хотите снять и просто носить как клатч, то кольца будут так вот, как бы сами по себе будут тахаться или здесь. Поэтому есть еще один дизайнерский аксессуар. Это платок. Конечно же, здесь у нас прописано, кто дизайнер. Да, все как положено. Очень красивый платок, плотный. Приятный. Он такой не склизкий, мерзкий, а прям приятный. Кстати, на осень бы он очень даже подошел. Этот платок мы можем носить просто на шее. Сейчас красиво как-нибудь его повяжу. Просто так можно завязать как-то. Как вы умеете, как вы любите разные узелочки там навязывать. Можно просто перекинуть его через плечо. Как-то завязать красиво. Да, действительно, такая расцветка просто огонь, богатство. А можно каким-то образом еще сделать, скрутить, например, его в жгут. Например, какой-то жгут сделать. Ну, поаккуратнее, естественно, вы это будете делать все аккуратно. И сделать себе вот такую ручку из платка. Можно, в принципе, любой платок здесь использовать. Смотрите, то есть мы вот так это делаем. Тут у нас жгут, 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 завязываем. Какой-то бант или просто узелок, оставляя конечки, и вешаем на плечо. Тоже очень необычно, неординарно, но, естественно, вот фантики вот эти нужно отрезать. Прикольно, очень прикольно, мне понравилось. Сумочка просто огонь. А еще мне понравилось, в каком она приходит в чехольчике. Вы видели? И шарф, и сумка вот в таких красивых, блестящих чехлах. Было бы здорово, если бы все аксессуары были в таких чехлах для хранения. Так, что у нас осталось? Сумка. Она двухсторонняя. Я сейчас посмотрю. Но, честно говоря, сумка меня это не заинтересовала. Почему? Потому что она не закрывается на молнию. У нее есть завязка такая. Но, как бы, естественно, это все вот так руку засунул, достал что угодно и все. Это мне не нравится. Но мне понравилась идея. Это что сумочка двухсторонняя. Ее можно вывернуть, я так понимаю, да? Или нет? Я, может, ошибаюсь, мне кажется, она двухсторонняя. Можно ее вывернуть, и она будет такая бронзовая. Представляете? А еще есть запасная косметичка на молнии, куда положить всякую мелочевку, например, то, что вы хотите, чтобы легко найти в сумке. Ключики там, не знаю, зеркальце, что-то такое, маленькая мелочь какую-то. Вот, сумка объемная достаточно, прям такая, ух, большая. Ну, я в последнее время не ношу большие сумки, поэтому даже на них не заглядываюсь. И даже несмотря на то, что она очень действительно красивая, она хорошо, кстати, уютно лежит под рукой. Тут у нее какой-то бантец, кстати, в форме галстучка. Обратите внимание, его можно отстегнуть,
И когда вы сумку вывернете, пристегнуть уже к той части, чтобы бантик остался с нами. Достаточно такая тугая клепочка, то есть бантик не потеряется. Вот такая сумка. И рассмотрим теперь зимнюю коллекцию. Шапка и перчатки. Шарфик для нас не доехал. Давайте начнем с перчаточек. Как они интересно сделаны? Во-первых, меня интересует размер. Ой, внутри они такие теплые. У них тут прям начесик такой, прям тепленький. Ну и сразу отмечу, смотрите, пальцы. Это просто, ну просто жесть. Ну как можно так сделать пальцы, как будто, я не знаю, ну это очень грубо, это очень некрасиво, как будто это грубые мужские перчатки. Но мне очень понравились нитинки. Нитинки же правильно называются? Нитинки. Ой, огонь. Я вот сейчас на эту руку одену только нитинку. Сейчас кольцо надо снять. С таким кольцом нитинки не очень. Вот, вот это прелесть. Она с помпончиком. Такие помпоны клевые. Но я нитинки не ношу. Кому они подойдут? Ну вот кто, может быть, работает на таком вот, в таком месте, где там надо деньги считать, да, что-то брать руками. Вот, у меня такого нет. Ну, вот перчатки минус, что вот эти вот ужасные пальцы некрасиво завершены. Я такие бы себе не купила перчатки. Извините, конечно. Очень люблю всю продукцию Oriflame, но я еще люблю, чтобы это смотрелось все круто. Ну и шапочка. Кстати, как она интересно сделана. Внутри она черная, а сверху как будто этой краской просто так кисточкой покрасили. Очень оригинально. Очень прикольно. Мне интересно, как это будет при стирке. Я думаю, что будет хорошо. Не надо стирать там на 90 градусов кипячения. У нее должна быть на этикеточке что-то написано. Так что можно. Гладить не рекомендуется. В машинке стирать нельзя. Стираем ручками. Понятно? Ручками в тепленькой водичке. Вот, чтобы вот это все не смылось. Ну, мне бы и в голову не пришло такую шапку закинуть в машинку стиральную. Ну что, меряем? Так. Где-то у меня даже зеркальце есть, я сейчас присмотрюсь. Села хорошо шапочка, по голове нормально. Ну, черный цвет с блестками, мне даже ее не к чему одеть. Даже если бы она мне очень бы понравилась, ну, мне она не очень нравится. Честно, как-то у нее форма, не знаю, не то, не сё. Как ее носить, я не знаю. Короче, этим аксессуаром я не восхищаюсь и не буду про него долго рассказывать. Мне понравилась только идея, очень прикольная. И теперь я лохматая, буду с вами так прощаться. Так, все посмотрели? По-моему, все. Ну, не густо, но и не пусто. Есть где разгуляться. Вот, так что вы выбираете сами. Но я в восторге, конечно, вот от палантина, от этого. Просто невероятно крутая вещь. И уже заказала себе такую сумку и уже просто в нее влюбилась с первого взгляда. Мне она очень нравится. Если успеете, тоже заказывайте. Я думаю, что их в первую очередь разберут. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. С вас лайк. Подписка, нажмите на колокольчик, чтобы получать наши новые видео. И обязательно пишите в комментариях свое мнение о продукции. То, что я вам показала, может быть, вы не согласны. Все, до новых встреч, пока-пока. GoPro, стоп видео.